Жуткий случай нападения домашнего питомца на людей. В селе Подстёпное вблизи Павлодара огромный пес породы алабай едва не загрыз троих человек. Самые серьезные травмы получил 60-летний Анатолий Мауль, которого срочно госпитализировали в отделении травматологии. Множественные рваные раны головы, лица, грудной клетки, обеих верхних конечностей, голени, пальцев с повреждением сухожилий. Врачи насчитали на теле пострадавшего свыше 20 серьезных укусов. Известно, что хозяйка забыла закрыть вольер. Раньше пес был спокойным и послушным, а вот чем вызвана агрессия, неизвестно. Все трое пострадавших – члены одной семьи. После нападения пса пришлось убить. Неожиданно нападение пошло на мою одну сестренку, потом на вторую, которая хозяйкой является этой собаки. А после того мне пришлось защитить их. Всем жителям, кто имеет собак, я советую быть очень осторожными. Вот я получил такие плачевные укусы. Будьте осторожны, пожалуйста. В состоянии средней степени тяжести ему была оказана первая медицинская помощь, проведена антирабика, произведены прививки. На данный момент общее состояние пациента стабильно, произведены перевязки, продолжается дальнейшее лечение и обследование пациента.